смотрите новый выпуск на канале «Животный страх». Сегодня мы отправимся по следам нашей пропавшей подруги на место самой массовой казни ведьм. В 17 веке викарий Лаурентиус проводил здесь самосуд над женщинами, считая, что они потомки самых первых ведьм. Я плюю на твою могилу. Места тут и правда мрачные. В основном он судил знахарок. Вот тут их всех сожгли заживо. Одна из жертв была настоящей ведьмой. Умирая, она прокляла священника и здешние земли. Кто здесь? Ну, в местной гостинице тоже какая-то жуть происходит. Вы дурите зрителей. Боже мой, тут кругом ведьмы! Зло воплотится, зло возродится. Что за черт? Мы видели двух странных детей. Они умерли более 100 лет назад. В доме викария эпицентр жути. Смотри. Потомство оставили не только ведьмы, но и викарий. Не остановите зло здесь, оно проникнет дальше. Первые ведьмы. Потомство.